Представляем вашему вниманию сумка Скорпена для грузов Кипень 2. Страна-разработчик и производитель Россия, фирма Скорпен. Как можно понять из названия, сумка предназначена для того, чтобы транспортировать и хранить груза. Ну, в частности, я пользуюсь такой же сумочкой, ну, в основном для хранения, никуда не ношу. То есть она у меня для того, чтобы груза по багажнику в машине не болтались. Ну, когда надо там выгрузить багажник, да, там донести до дома, то есть все это дело, это, ну, как бы удобно. Вот. Ну и здесь я таскаю груза и для жилета, и для пояса, килограммовики, двушки, то есть все в ней. Выдерживает она много, конкретно у меня немножко другая сумка, там другой фирмы, ну, в ней я таскаю 32 килограмм, два пояса. Вот. Никаких проблем выдерживает она, мне кажется, она и гораздо больше выдержит, там уже руками просто тяжело тащить будет, наверное. Вот, уже много лет пользуюсь, никаких нареканий там нету. Ну, соответственно, тут то же самое все. Итак, по материалам. Большая часть сумки выполнена из кордуры с поливинилхлоридной пропиткой. Это очень прочный материал, водоотталкивающий, не впитывает в себя воду. Выдерживает большие нагрузки. Это вот верх, бока, низ, все из этого материала. Только боковая часть, вот это вот, как вы можете видеть, она из сетки. Здесь капроновая сетка залита тем же поливинилхлоридом. Ну, такая прорезиненная получается, она не гниет, не преет, в общем-то, держит хорошо она, скажем так, агрессивные моменты. Рукоятки, то есть ремни, широкая стропа, вот такая очень мощная. Идет она по кругу, прошита полностью, то есть, ну, порвать фактически невозможно. Это я не знаю, что с ней нужно делать. Ну, думаю, невозможно. Есть вот такой кант, он белым обозначен, пластиковый, который дает такую упругость сумке. Ну, то есть она пустая, за счет этого канта держит форму, скажем так. Здесь липучка под то, чтобы можно было тащить побольше, да, чтобы не врезались ремни в руку. Один бегунок в данном случае. Небольшой такой клапан, но, в принципе, это нельзя назвать недостатком. Без разницы, достать ремень там или перебрать груза прям в сумке не составит никакого труда. Снизу у сумочки есть вот такое вот выходное отверстие, через которое сливаются остатки воды с пояса, да? Особенно для тех, кто пользуется поясом из кордуры. Вот. По размерам сумочки. Длина 33 сантиметра. Ширина, опять же, приблизительно, потому что она такая мятая, порядка 19 сантиметров и высота 16 сантиметров. Вот такие вот ее параметры. Хороший вариант, как бы всем рекомендую, чтобы груза не болтались туда-сюда, и они таким образом меньше теряются. Это я вам точно говорю, потому что пока у меня сумочки не было, постоянно терял, то там груз где-нибудь оставишь, выложишь, он выпадет. На мойке кто-нибудь выкинет, еще что-нибудь. Ну, в общем-то, нужная вещь. Итак, заходите на наш сайт batiscaf.ru, либо приходите к нам в магазин на Морской набережной 33.